авеню и походить. А как мне с английским? Едем сейчас. Там как раз людей не хватает. А кататься на сноубордах здесь. Да? Как часто ты едешь? Ты тоже. Вот, ты первый раз здесь или? Нет, я в Ну, я много раз там был. А, там есть зоны, где там есть, может, трюки делать, я там делал трюки. Я на лыжах, там есть копалка, я прыгнул на эту меня и стал, и поехал. Место очень круто. Это очень круто. Что мы будем делать? Вы не знаю, я буду кататься. Хорошо. Отлично, спасибо. Короче, это необходимый пункт в офисе, в тренировках. Я хочу попробовать. Владик, можешь поехать попробовать, понравится, не понравится. А там по времени? То есть, как долго? 3 недели, как всегда. А что, я хочу дома сидеть? Да, мне кажется, это лучше. This is the main place of snowboarding. You can see. So beautiful. You can see a lot of people. Lots of people. Snowboarding. You can see. When they go down and they come like this, now he is waiting for the trainer and he is the lever. Lever? Как сделать? Да? Как ты чувствуешь себя? Хорошо? This is a snow making machine. Here you can see. From here it will bring the it will throw here snow, and this big machine will be take and it will be put different places, and people will enjoy the snowboard on the tree. Also snow you can see. Beautiful. So cold outside right now, -3 degrees Celsius. That one is the lake, but already changed into ice, frozen lake, I think already frozen.